Ну вот, короче, посреди поля, около леса, вот такую вот штуку мы нашли. Я думаю, всем понятно, что это тренажер для рук, но как бы что он тут делает? Хотя он, видишь, в землю не врыт, то, наверное, его кто-то притащил все-таки из части. Там вот, короче, какие-то палки. А, слушай, я со стороны вижу, между ними как будто проволока натянута, тебе не кажется? Да. А что это такое? Почему это так вот? Забор не продолжается причем. О, еще одна палка. Вот тут какая-то тренировочная фигня, типа перемесь. Смотри-ка, мы тут, смотри, находим какие штуки. Это уже в военной части точно. Они по фитерке подрывают. Вот тут явно машина постоянно катается. Да, ну не то, что постоянно. Ну частенько. Вот тебе номер. Сколько всякой хрени. Интересно, нас видят сейчас? Ну, всех зданий видят, да. Ну просто обычно ведь они смотрят так, как бы, кто там ходит и кто подходит. Бля, реально какая-то странная поебота. Какой-то загон как будто бы. Да, загон с колючей проволокой. Шта? А это что? Это кроты сделали? Не, это не кроты сделали. Короче, надо снять ближе, конечно. Но, бля, это реально как-то выглядит странно. А тут может быть минное поле? Наверное, нет. Они обычно предупреждают же о минных полях. Ну, да. Просто вот это вот, вот так вот, что это такое выкопано тут такое? Я тоже не понимаю. Странно как-то очень. И вот эти вот парты, как бы, парты. Что? Да, это выносит мозг, я хуй знает, что это такое. Вот как бы колючая проволока, столбы. И что они огораживают? Круто! И замок современный. Ну как бы вот. И тут еще выйти можно. Что это было? Загон. Как бы смотри, двойной забор. Двойной забор, как будто для кого-то, видишь, чтобы не вылез никак. Он не для людей. Понятно, что человек тут вылезет. Ну да, при должном соображаловке вылезет. Может, реально коровник? Нет. С колючей проволокой коровник? Ога. Короче, осторожно, тут колючая проволока лежит на земле. Аккуратно, не зацепи. Короче, крайне странная вещь. А это что, провода? Ага. Только не верю, что она под электричеством была. Вот такая вот хрень. Еще раз хочу обратить внимание, тут двойные стенки. И... А еще это выглядит, как будто отсюда кто-то очень резко вырвался. Вот в эту сторону. Вот так вот. И убежал. И теперь, короче, мы пока сюда шли, мы видели куча-куча хвороста, собранного в такие кучки небольшие. Вот. И, короче, мы предположили, что тут медведь. Он пиздит тех, кто хворост собирает. Вот. А еще тут очень странным образом как-то земля вырыта. Пила лежит. Вот такими кусочками. Хотя это, наверное, лопатой сделано, скорее всего. Да. Короче, странное местечко, да. Вот в такой беседочке прикольно было бы посидеть, если бы она была достроена. Причем...
Ну тут не хватает, конечно, веревочек. Они просто положили, то есть они под собственным весом. А, нет, слушай, они прибили гвоздями прибито. А, это толчок. Это толчок, что ли, должен был быть, или что получается? Или костер жечь, наверное, в этой дырке. Хороший вопрос. Вот. Вот мы видим пример того, что люди что-то построили, а мы не можем понять, что. Вот пиздец. Как с древними сооружениями в Перу. Ну, вообще, это больше похоже на туалет. Вот это вот реально очко, по-моему. Да. Да, да. Это очко.